Знаете, какие преимущества у автослова перед Топ Гир? Дело в том, что Топ Гировцам вот надоело кататься и показывать постоянно новые автомобили, они начали измываться. Но Россия — это не богатая Великобритания, и новых машин в этой территории, расположенной между Европой и Азией и напротив Соединенных Штатов, может быть большое количество. Поэтому мы возьмем на себя ношу Топ Гир и будем вам рассказывать, и продолжим вам рассказывать. К примеру, о втором поколении Kia Magentis. Вообще, первоначально это была модернизированная Hyundai Sonata. Но это относилось к первому поколению, выпускаемому с 2000 по 2005 год. У Kia вообще какое-то странное отношение к названиям. И поэтому одна и та же модель может именоваться по-разному. К примеру, в Европе, Канаде и Австралии это Magentis, пересекли границу и въехали в Штаты, и это уже Optima. А в Корее или Китае она будет называться Lodze. Средненькие такие американские продажи в 2005 году заставили подумать о новом автомобиле на глобальной платформе Kia MG. В линейку двигателей добавили 2.4 Theta 2, 5-ступенчатый автомат Sportmatic или механку от Sonata. Машина получила 5 звезд, американских при столкновении на 60 и 4 европейских на 40-ке. В 2008 произошла реновация, которая была продемонстрирована в Нью-Йорке. Над машиной поработал дизайнер от Audi и Volkswagen Петер Шрейдер, и машина по внутреннему оснащению стала наконец-таки отходить от корейского фарша, пластика, заточенного под дерево, и хрома. Про двигатели. Три бензиновых, двухлитровка, 2.4 с управляемым временем открытия клапанов и V6 2.7. Была еще и дизельная, двухлитровая версия. Все это не позволяло машине претендовать на звание ракеты. И если вы увидите Magentis, отрывающийся потоки, то это значит только то, что автомобиль на механке и ездюк перекручивает двигатель, который рано или поздно сломается. Единственное, что радовало россиян при покупке, так это цена, низшая в своем классе, потому что машина собиралась в Калининграде. Кстати, что порадовало, так это еще то, что автомобиль стал базой для Hyundai Sonata, Yoji Grounder, Azera и Kia Carens Rondo. К сожалению, констатируем, что машина не пошла на российском рынке. Люди предпочитают Octavia, Camry и даже Passat. Поэтому утверждать про какую-то марку года – это чистый рекламный трюк. Из дивных советов, которые может не слушать: бить этот автомобиль нельзя. Хотя и ранее корейцев из Фольгита лучше было и не бить. Расходники не стоят бешеных денег, хотя фару на Camry найти легче. В общем, довольно средненький обезличенный автомобиль получился.